Еще интересная мысль одна. Проблема россиян в том, что патриотов, я имею в виду, то есть государственных русских, как я их называю, я делю русских на государственных и частных. Государственные русские — это те, кто является госслужащим или патриотом, а частные русские — это кто не является патриотом, хотя в принципе может являться госслужащим, но лучше не являться. Так вот, то есть человек, который не поддерживает власть, не является государственным русским. Проблема россиян в том, что Путин владеет всем со своими друзьями. В украинском варианте власти такого не наблюдается. То есть есть попытка протолкнуть во власть своих друзей, родственников, детей, что в принципе и происходит. Но украинская власть — это люди, которые в принципе не знакомы друг с другом. У них нет... то есть когда бюрократия сменяет бюрократию, нет такого, что приходит какая-то семья или человек с друзьями. Хотя попытки такие происходят. Вот почему жить среди украинцев и жить украинцам легче людям. Потому что нет проблем многих из-за того, что во власти постоянная грязня. А в российском варианте власти все постоянно хорошо. Потому что там свои, там родственники и друзья. И поэтому у россиян всегда будут большие проблемы из-за этого. Спасибо.